Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play и игрушка под названием «Туннели чего-то там». В Стиме, говорят, вышло, пришло мне на почту сообщение, типа, игра из вашего списка желаемого наконец-то вышла, поэтому идите. Идите и берите эту игру, пошел, собственно, и взял. Я купил очень дорогую футболку, просто неимоверно дорогую, на батарейках, как вот у меня шапка Новый год, видел, с сердечками тут такая все крутится, хер... Это такая же футболка, только теперь она, короче, с этим... тоже на батарейках и с анимацией. Это охеренно, это, блядь, дорого просто обосраться. Это вообще единственная в мире футболка, представляешь? Охереть. Короче, сеттинги. Есть тут что по-русски-то у меня? Аудио, хер, аудио, графика. Ага, окей, что так? Что так мало-то? Туннели чего-то. Это хоррор, в котором нужно что-то искать, куда-то ходить, что-то делать. Вот, пожалуйста, нам открылась дверочка. Это значит, мы в нее пойдем вместе с тобой. Будем... идем? Наверное. Короче, это метро. Метро, и в метро происходит всякая непонятная поебота, которую нужно, собственно, решать. И мы этим делом сегодня с тобой, естественно, займемся. Возможно, мы докуда-нибудь дойдем, возможно, нет, скорее всего, нет. Зачем нам куда-то доходить? Нам и тут неплохо, нам и тут все хорошо. Так, чуть у меня голова обрезается, ладно, не страшно. Нажмите Е или 04, чтобы продолжить. Вас отправили проверить состояние давно заброшенного тоннеля метро. Поначалу это казалось обычной работой, но во время осмотра старые своды тоннеля не выдержали и обвалились. Вам чудом удалось избежать смерти и укрыться в небольшом боковом помещении. Дорога назад заблокирована, все ваши вещи остались по другую сторону обвала. А возможный выход — это единственная дверь впереди. Поехали, поехали, посмотрим. Что там за единственная дверь, которая осталась? Свет вашего фонарика, громче шаги, громкие шаги или шум привлекут вам в ненужное внимание. Нажмите, чтобы присесть, чтобы двигаться скрытно, для включения фонарика, в инвентаре много предметов. Бляха, это выживалка, что ли, какая-то? Ну, судя по тому, что у меня есть крестик справа сверху и хавчик, то, наверное. Так, фонарь, отлично. Пойдем посмотрим. Туннель обрушился, назад дороги нет. Что это за место? Бляха, ты же здесь работаешь, ты что, не знаешь, что это за место? Так, это хавка, судя по всему. Инвентарь на И. Этикетка и срок годности отсутствуют. Это не очень хорошо, наверное. Это... О, управление, смотри-ка. Это не очень хорошо, это логично. Так, видео... А что я тут хотел посмотреть-то? Что-то нажал бы, что-то посмотреть. Управление. А есть где-то вот этот вот, чтобы там не так быстро все работало? Ну, нет, так нет, похуй. Короче, как это закрыть-то? На И? Окей. На И так на И. Короче, еще раз. Сегодня короче и короче, короче и короче. У нас есть голод. Уже начал убавляться. Зеленая полоска — это еда, питье. Еда, вода. И это дело нужно каким-то образом поддерживать. А вот этикетками и прочей поеботой отсутствующими это поддерживать будет не очень хорошо, потому что мы можем отравиться в любом случае. И... ех, бляха. Вот этого я и не заметил. Ладно. О... он не знает, что это за место. И я, собственно, тоже... мне-то вообще откуда знать, я здесь не работаю, он тут хотя бы работает, он должен все это примерно представлять и понимать, что он и где он находится. Станция! Отлично, здесь должен быть выход. Задачи обновлены, окей. Нас привезли на законсервированную ветку метро. Как такое могло произойти? Все гермодвери сразу закрылись, люди в панике. Мы дошли до машиниста, но он был мертв. Ждем спасателей и будут записывать все, что со мной происходит. Может, это хоть как-то поможет понять, что тут творится? Что здесь произошло? И вот этого я уже не знаю, это уже мне не очень нравится. Мертвые машинисты, какие-то непонятные записки от кого-то. То есть чувак совершенно вообще без паники, понимаешь? Машинист умер, они приехали, здесь все закрыто. Но чуваку похер, он начинает писать записки, красавчик, чего бы нет. Ладно, очень быстро тратится еда. Вот это самый большой косяк всех игр про выживание, это то, что еда тратится неимоверно быстро. Вот что, вот серьезно, мы с тобой играем сколько? 5 минут. За 5 минут у нас уже кончилась, ну, где-то 10-я часть. То есть получается, что за 50 минут, ну, там, за час, ты настолько истощишься и изнеможишься, что просто обосраться, как это вообще дальше происходит. Непонятно. Это, конечно... ой, бля. Сколько она тут лежит? Ужасный запах. Мне кажется, это не от нее. От нее... от нее запах вряд ли будет виден. Ну так ничего. Волну пускала и умерла, смотри, прям во время танца. Спокойно, нюхай эту херню. Так, что это такое? А, это эскалаторы. Бляха, эскалаторы завалены, это нехорошо. Улица Токарева. Токарев стрит. Но в натуре метро все. Это новый... а, подожди же, я же слышал, что в этом году новая часть метро выходит. Вот она. Что за черт? Эй!
Ну да, и там тоже какие-то монстры, тоже зомбари. Первая встреча. Блин, ни хрена себе, мне ранний доступ дали, получается, в Steam персонально. Метро Exodus, да? Exodus. Охренеть, как она выглядит. В трейлерах, конечно, выглядело лучше, но... Ладно. Новое метро. В натуре новое метро, все, пиздец. Я бы мог назвать так видео, и его посмотрело миллиард человек, но я не буду. Не буду заниматься такой хуйней. Подожди, куда он пошел? Я, конечно, напишу что-нибудь по поводу метро, все-таки это же метро. Почему бы нет? Куда он пошел? Пойдем сходим к нему прогуляемся. О, спокойно. Короче, нам в вагон, ты можешь заходить, нет? Прыгать умеешь? Умеешь. А туда не умеешь, ладно. Я, наверное, пореже буду прыгать, потому что, как мне кажется, если я буду прыгать часто, он, скорее всего, выдохнется и будет жрать очень... Что такое? Чё за шум? Вот и я про то. Чё за херня? Да ну хорош стучать-то. Это чувак, который вылез стучит, да? О, красиво. Если понадобится, лом можно использовать в качестве оружия. О, блядь. Во! Красиво. Все, теперь я вооружен. Теперь я все. Я не могу это разбить? Почему? Куда этот хренолыга-то ушел? Два? Три? Так, ну-ка давай хотя бы с одним. Иди сюда. Давай-давай сюда. Спасибо. Иди сюда. Эй! Эй! Я здесь! Бляха, я не буду к ней спуститься. Ага, все, отлично, запалило. Она не может сюда добраться. Так, пойдем он к тому. Этот уже вылез, с ним мы сможем подраться по-любому. Главное, чтобы со стороны кто... Ага, раз. Так, это что-то странное. Это скримак. Это не очень было похоже на всех остальных, поэтому я и подумал, что это что-то странное немножечко. Так, ну давай, дружище, посмотрим, как ты умеешь, что ты умеешь. На, сука. Опа! Опа! Ай, больно. Ага. Ну, в принципе, нихуя у тебя изогнутость. Какой ты пластичный, не особо страшный. Вдвоем, да, вдвоем будет опасно. А по одному пока что нет. Но это реально какая-то выживалка с элементами хоррора. Это прям как Desolate, только в метро. Desolate — это сталкер. Задача выполнена? Я выполнил задачу? А, ну ок, че. Задача. Да что ж ты будешь делать? А какая задача-то у меня? Где его посмотреть-то? Аптечки нет, здоровье уже упало, жрать пока что до сих пор охота, но я не буду ничего делать. Я не буду тратить хавчик. Надо было прогуляться по поезду, я там что-нибудь нашел бы, наверное, в любом случае. Ну, хорошо, допустим. Бляха, запутанные коридоры, в них ничего не понятно. Что происходит, что творится вообще? В раковинах могла остаться вода. Спасибо. Попил. А, ему похеру, да? Замечательный человек. То есть ему вообще насрать, чем восстанавливает запас еды и воды. Он либо попьет, либо пожрет. То есть здесь нет отдельной еды и нет отдельной воды. Есть все вместе. Хочешь жрать, пошел попей. Все, нормально. И не толстеешь, совершенно прям. Жрешь только тогда, когда... Что это? Опачки. Жрешь только тогда, когда тебе совсем уж прям хочется просто тупо насладиться чем-нибудь. Спасибо. А так, чтобы не толстеть, ты просто пьешь воду. И убиваешь тем самым чувство голода. Так, на самом деле, тоже можно делать и в реальной жизни, тем самым немножко обманывая желудок. Но это не нужно этой хуйней заниматься. Не нужно. Нужно есть. Жрать нужно, как положено. Чтобы все было хорошо. Не надо обманывать желудок, а то потом он обманет тебя. Когда будет у тебя сильно болеть, будешь знать. Тут без фонаря вообще жопа, смотри. Это одна из немногих игр, где, выключая фонарь, ты не видишь ровным счетом нихуя. Потому что обычно ты как бы что-то видишь. И от фонаря пользы вообще мало. А здесь просто экран тухнет, все, что? Вот, а нет, что-то видно. Что это? Видно выход. Хорошо. У фонаря нет батарейки, это меня радует на самом деле. Я вообще не понимаю смысла батареек в фонарях.
во все... В играх, которых давно уже стали придумывать здоровье самовосполняемое, делать запас батареек ограниченным, это, фу, блядь, вообще. Ну, конечно, это не дешевые хорроры, например, в которых смысл вообще в том, чтобы фонарь сохранять горящим. Но вот это хорошо, мне нравится. Так, еды уже не осталось. Люди смотрят друг на друга с подозрением. Только что слышал шум за одной из закрытых гермодверей. Дверь открылась. Неужели мы спасены? Ну, еды не осталось. А, они, наверное, не умеют. Они же не сверхлюди. Это я сверхчеловек. Это я могу пользоваться едой вместо того, чтобы пожрать. А у них, походу, нет. Они реально должны питаться едой, чтобы не умереть с голоду. Это странно. Странные людишки. Странные. Возможно, я эволюционировал за все эти годы, как нахожусь в этой станции. Ты вот думаешь, прошло 10 минут, но нет, я же здесь уже 15 лет, наверное, брожу-хожу. Станции очень сильно похожи друг на друга. Очень все одинаковые. Так, скелетики. Хавчик. Ладно. Хавчика много, толку от него мало. Сколько я всего уже подобрал, попил один раз из раковины и вообще ничего не по... Иди сюда. Пойдем. Так, окей, на лестнице это дело бесполезно. А, нет, попал, хорошо. Ага. Ага. Нормально. Техника тысячи порезов работает. Подошел, ударил, отошел. Подошел, ударил. Это что такое? Аккумулятор? Веревка? Я должен восстановить питание, я все понял. Задачи угадываю прям заранее. Я должен восстановить питание. Йоу, рэп, вся хуйня. Это был ад! За гермодверью никого не было, зато было много тумана. Он появляется непонятно откуда. Люди стали зыреть. Они бросались друг на друга, рвали одежду, кусали плоть. Я чудом успел убежать и спрятаться в помещении. Такого я еще не видел. А потому что нужно жрать, а не воду пить. Будешь жрать? Мало? Тоже озвереешь, же будешь кидаться на людей. Поэтому я тебе не советую пить одну. Ты мой проводник, что ли, или что? Сплинтер, что за херня? Он постоянно меня куда-то ведет. Судя по всему, крыса — это ориентир. То есть ты смотришь на крысу и идешь в сторону крысы. Все хорошо, все нормально, я все придумал. Давай, я иду, иду, не ссы, я иду, не боись. Очень трудно дышать, странный туман. Так, мы сейчас тоже превратимся. Опа, я потерял цвет. Сука, я ослеп. Что за хуйня? Почему я стал черно-белым? А, второй этап тумана. Теперь я стану цветным. Нет, я умираю. Угу, я понял, окей. Что не так? Что случилось? Почему? Так было запланировано, если нет, то я умер. Походу дела. You died, да, лол. You died, лол, лол. You died, как пилось в одной. А у меня нет последнего сохранения. Или есть? Не знаю. Ой, не знаю. Смотри, сердце мое горит, смотри, с какой стороны-то оно у меня. Вот с этой. Нет, подожди. А почему на камере с этой? Что-то... Это какая сторона-то? Я не понимаю ничего. Короче, что-то горит. Где... Алло, сохранение. Игра не зависла, FPS прыгает. Значит, все хорошо. Это очень странно. Это очень-очень странно. Ну? Escape? Ага, игра-то работает. Я нажал последнее сохранение? Нажал. Судя по всему, я куда-то хожу. Да, я хожу. Я что-то не понял насчет тумана немного. Короче, пришлось загружать ее по новой, потому что она все, там, кончился. Экран загрузки никуда не пропадал. Судя по всему, где-то здесь должен валяться противогаз, либо мне не стоит туда пока идти. Но как бы первый туман я без проблем прошел. Что случилось во втором, я немножко не допер. Не допер. Сейчас допьерьем. Так, иди-ка сюда. Может быть, мне нужно было вставить куда-то этот аккумулятор и этот шланг, чтобы это все запиталось и откачалось, как минимум. Это очень хороший вариант, смотри. Так, вот где-то тут. Вот, не понял. Здесь рандомный спавн предметов? Ёбана. Это серьезно, это заявка на успех. Это заявка на победу. На победу заявочка прямо вот сейчас, прямо вот мгновенная. Ладно, давай искать получше. Если здесь нет аккумулятора и нет проводов, то, скорее всего, это не обязательное дело. Но крыса меня ведет. Крыса молодец. Крыса завела меня, блядь, к смерти. Молодец, крыса. Красава. Очень трудно дышать. Может быть, мне стоило его пробежать? Просто если я здесь... А, можно сохраниться? Сбросить... Окей, нельзя. Ну, бляха. В принципе, в метро должен быть противогаз? Ты где-то видел в метро надпись «Противогаз там»? Огнетушитель, пожалуйста. Огнетушители должны быть везде. И в вагонах, и в самом метро, и в ящиках, и у охранников. Всех подряд. Мало ли у кого-то пердак загорится. Или еще чего похуже.
Не дай бог, там мало ли чего. Это же нужно будет чем-то тушить. Нет, здесь нет. Давай попробуем пробежать. Есть как вариант пробежать. Что это сейчас было? Ты так не шути. Ты мне так ничего не включай резко. Ты меня так не пугай. Игра, завязывай с этой хуйней. Я могу попытаться пробежать. И скорее всего так и нужно было делать. То есть ему трудно дышать, он очень странный туман, нужно было куда-то просто быстренько проскочить. Смотри. Нет, окей. Окей, нет, 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 все, нет. Окей, нет. Хорошо, допустим. Можно как-то это сделать? А не было у меня последнего сохранения. Давай начнем заново, хорошо? Чтобы я не перезапускал игру. У меня последний скрайн. Это то же самое. Экран этот зависший, он сломанный. Это не работает. Ты нажимаешь, сейчас все прогрузится, слушай. Сейчас все прогрузится. Я начну ходить. А не заебался ли ты меня обманывать, игра? Ну хорошо. Допустим, допустим, ладно, допустим. Можно, в принципе. Ну, банка это здесь была, здесь еще рандомного нет. Можно повнимательнее побегать. Просто тогда никак не пройдешь без огнетушителя и без противогаза. Я только не понимаю. Джей, записки. И. Вот это записки. А, вот задачи. Задачи появились внизу. Хорошо, я понял. Сейчас, как только я до тут дойду, он скажет мне задачу. Я ее решу, и мы с тобой, естественно, пройдем вперед. Это логично. Опа, Спайдермен, нахуй. Красиво. Хорошо. Срез, срез, я спидранер. Спидраню игру, нормально. Что такое? Че мигает? Страшно, ничего не происходило, не надо мигать. Так, станция отлично, здесь должен быть выход, хорошо. Допустим, эту записку я взял. Сейчас пробежит чувак, вот он. Это я уже изучил досконально. Из раза в раз это не меняется совершенно. Попробуем, смотри, у меня есть оружие. Где его нашел? В вагоне, правильно? В вагоне. Значит, мы сейчас с тобой идем и берем монтировку, во-первых. Что, блядь, такое? Какого хера сейчас творится? Ну, судя по всему, рандомный спаун предметов. Спаун. Что это я, блядь? Распизделся по-английски-то. Рандомное появление, рандомное, случайное появление предметов на локации. Подожди, где же я тогда возьму... Ой, вот это я зря, наверное. Ну ладно. А где ее тогда возьму? Может, она просто не появилась? Может быть, и противогаз также не появлялся все это время? Давай добежим. Мне кажется, здесь будет... Опачки. Блин, тут так-то много закрытой территории, которую я не заметил. Точнее, открыто. Что происходит? Тихо, 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 тихо. Вниз? Хорошо. Так, окей. Хорошо. Замечательно. Это другая сторона. Грибки. Может быть, допустим. Я на самом деле хотел их жахнуть, чтобы было не так страшно, но он просто их взял. Ладно, пойдем сходим сюда. Мне нужен противогаз, это логично. Вот, смотри, аккумулятор здесь есть. Ну да, здесь все появляется слишком случайно, допустим. Так и нужно, наверное. Хорошо, раз. Возможно, в задачах бы... Возможно, в задачах было написано «Активируй свет» или «Активируй систему отсасывания грязного воздуха». И тогда ты сможешь пройти. Не дури! Не дури! Что за этой дверью? Я не в курсах, я же тут не работаю. А, мне нужен... Не открывается, отсутствует... Какого? Какого механизма отсутствует часть? Тебе что, нужен газовый резак или что? Как ты хочешь это открывать? Какая нахер часть? Вот есть колесо, крути его. Я так понимаю, что, короче, смысл не просто вперед идти. Смысл обследовать? Подожди-ка, я спустился отсюда. Смысл, наверное, в обследовании, да? Логично. Так, здесь тупик. Подожди, а я здесь был? Нет, не был. Как ты здесь не был-то? Как я сюда попал тогда? А, я отсюда спустился? Как вариант. Я не знаю, что это за часть такая механизма, которая открывает дверь, которая, в принципе, огромная, железная, ее, в принципе, никак не вскроешь.
Здесь мне нужен ножницы. Да. Да, окей, значит, давай, мы сейчас ищем с тобой монтировку. Внимательно ищем монтировку. Мы пытаемся. А как я тогда пойду внимательно смотреть монтировку и искать, если там кругом зомбари ходят? Как я мимо их пройду, если они будут на меня кидаться? Я же должен от них как-то отбиться, но мне не получится, потому что у меня нет монтировки. Это все очень интересно. Еды очень мало, людям становится плохо, а еще этот странный туман. Заметил закономерность. С появлением тумана сильно возрастает чувство голода. Надо держаться подальше. Хорошо, допустим. Без проблем. Мы таким образом выясним... задача, давай. Собрать записки 2 из 9 и найти выход из подземелий. Осмотреть станцию улицы Токарева. Узнать, что за закрытой гермодверью в нижних тоннелях. Хорошо, 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 без проблем. Теперь у меня появилась цель в этой игре. Она, наверное, была все это время. Я просто не замечал херню с противогазом. Ну ладно, сейчас мы, значит, все это разгадаем. Разгадаем без проблем. Но как отбиваться от зомбаков, я не понимаю. Руками? Ты машешь руками? Руками он не машет. Он не боксер. Как, в принципе, и большинство из нас. Ты вот боксер? Боксер, ладно. Если ты не боксер, как и я, то что нам с тобой делать? Я просто так отмахиваться от зомбарей руками не могу. Мало ли я попаду в зуб ему. То есть, понимаешь, ты попадаешь зомбарю в зуб! У тебя, вот, например, смотри. Вот попадаешь в зуб, вот смотри. Это я не в зуб попал, я просто где-то поцарапался. И все, и кровь, 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 крови. Понимаешь? Как изо рта в рот получается микроб, из крови в кровь получается зомбарь. И все, и что делать? Непонятно, что дальше жить. Как вообще? Что происходит? Где, блядь, монтировка моя? Опа, спокойно. Так, вон еще один призрак стоит, окей. Он по скрипту здесь появляется. Лучше бы так монтировка появлялась по скрипту. Блин, ну серьезно, а где ее возьму-то? Да давай, шуми, конь. Оп, записка. Запаса на исходе, начинается паника. Не знаю, почему эту ветку законсервировали, но тут явно что-то не так. Я не перестаю верить, что выход должен быть, и нас найдут. Главное верить. Да хватит, блядь, футболист! В июле пойдешь футболировать, или когда там будет? 3 из 9. Задача обнулена после записок, я понял. Но они вроде как не бегают, это раз. Это уже хорошо. А еще они застревают в вагонах, это тоже неплохо. Я возьму, никто не против? Спасибо. Ты ж мать твою, где мой лом? Вот это неудачный спаун, короче, вообще жесткий, прям неудачный. У меня... Я осмотр... Найти проход? А, открыть проход, окей. Открыть проход на следующую станцию. Ладно, ладно. Я не буду терять надежды на лом. Я должен... А, это открывается проход. Вот сюда нужен аккумулятор, само собой. Гермозатвор закрыт. Посмотрим, что можно сделать. Требуется ремонт. Ага, а какой ремонт? Не работает. Нужен ремонт. Давай сделаем вот так. Раз. У меня есть аккумулятор. А что так мало прибавило-то? Давай еще тушенку съедим. О. Ну, логичнее было бы, наверное, применить аккумулятор, нет? Довольно большой аккумулятор. Ладно. Я не знаю почему, но игра смотрится довольно неплохо. У меня такое ощущение, что я хочу в нее играть. Она, знаешь, она ну, серии на 2, на 3, не больше. Но, блядь, почему она такая хорошая? Это, знаешь, как Desolate. Вот он был первые пару серий вообще хорош. Потом он, конечно, снизошелся весь на скукоту и однообразие. И здесь, скорее всего, будет то же самое, но пока что хорошо. Тем более мы же с тобой определились, что давай гляшки могут быть не только одной серии. Они могут быть двумя. В Desolate нужно сдать обновление какого-то серьезного, которое что-то в игру добавит. Потому что пока там очень скучно. Неплохая замена. Неплохая. Довольно хорошая. Только нет лома. А вдруг если... что если лом заэтовался? Зареспавнился? Что, блядь, за слово такое надоело уже? Че он, если он захуячился там? За туманом, который я не могу пройти. Это будет совсем все печальненько. Ну ладно. Так, я пройду, окей.
На самом деле ничего страшного в том, что у меня нет оружия, я не вижу. Противники из них не особо сильные. Вот только если в узком коридоре, конечно, зажмут, будет не очень удобно. А здесь-то я не сходил, ёб твою мать, почему это не сходил? Ой, ёб ты, покой, да дай. Бляха, вот они меня и зажимают. Так, ладненько, давай их столкнем друг с другом. Бить они, конечно, друг друга не будут. Я хотя бы просто пробегу. Раз. Я ищу лом. Мне сейчас не особо ничего страшного со мной не происходит. Опа, вода в раковине. Попил, хорошо. Заходи. Где там второй-то? Ага. А вот это уже плохо. Вот это уже не очень. Вот это спокойно. Сюда заходим, сюда, сюда, сюда. Ебать, а здоровья-то нет. Вот это плохо. Ну а что, виноват, если лом не появился? Хорошо. Так, у меня нет ничего такого, да? Грибами можно лечиться, нет? Ну-ка. Эффект отрубления может быть как отрицательным, так и положительным. Я съел. Ничего не случилось. Эффект нулевой. Ну какую-нибудь палку возьми, я не знаю, ну что-нибудь. Ну давай чем-нибудь махать тоже начнем. Может быть банку съесть? Нет. Как странно, в игре нельзя лечиться едой. Здесь, скорее всего, что-то сломано, и это что-то нужно починить, чтобы запустить открытие ворот. Если я ничего не путаю, то... О. То в метро примерно то же самое и происходило. Мы ходили между... от станции к станции, что-то чинили, что-то открывали. Панель управления генераторами. Чувак устал. Кто ты? Где? А, идут за... До сих пор идут? И чё? Не работает. Странно. Ага, генератор есть, допустим. Один я поставил. Блин, а вы чё такие следопыты-то? Как вы меня нашли? Задачи обновлены. Задач прям реально много накапливается. Все хорошо, это выживалка довольно... Я бы не сказал, что здесь есть смысл вообще в выживании. Выживание здесь добавили постольку-поскольку, чтобы в Steam, наверное, добавить плюс одну категорию. Типа выживание. Вас двое, отлично. Теперь я могу это включить. Что-то заработало. Что я включил? Неважно что, главное что-то работает. Давай вот так вот стану. Так, они двигаются, ладно. А, починить пульт управления гермозатвором в туннеле не обязательно. Открыть проход на станции революционной площади, узнать, что закрытая гермодверью. Хорошо. Во время чтения пауза не ставится. Это печально. Давай-то быстренько вот здесь еще заглянем, что тут происходит. Все плохо. Все плохо, это отвратительно. Жалко, что еще игра не сохраняется. Вот. А, бля, она не сохраняется. Как мы будем в нее играть? Как играть в игру на прохождение, которая не сохраняется? Электрик. Спасибо. Достижение открыто. Ключ. Хорош. От чего он? Может быть, ее типа тупо надо пройти за раз? Мне кажется, это немного сока жестко. Тут нельзя сохранить игру, серьезно? Какие-то контрольные точки или что-то вроде... F5, смотри-ка. Нет. Так, это мы читали. Это про записку. Ключ, подожди, ключ у меня появился от решетки, которая там в тех тоннелях, в дальних. Где нужен какой-то механизм, чтобы открыть крутящуюся ручку, вентиль. А с другой стороны был замок. От замка у меня появился ключ, хорошо. Но у меня до сих пор не появился лом. Это не очень хорошо. Так, кабель. Скорее всего, он пригодится там, где мы откроем большую дверь. Возможно, там не хватает кабеля, я не заметил. Здесь выделяется красным то, чего тебе не хватает. Мы видели уже выделяемый аккумулятор. Меня беспокоят те женщины две, которые за мной идут. Просто я сейчас пойду назад, а они, суки, меня зажмут. Зажмут, а у меня один удар. Ну, два максимум. Они идут? Ну, я... Блядь, идут, конечно. Придется ждать... Окей, давай. Опачки.
Все, пиздец, один удар. А, нет, все, кончились удары. Все, 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 все. Соберись. Нет, все, конец. Ладно, окей, давай. Не знаю, как эта игра сохраняется, нужно как-то это выяснить. Но мне понравилось. Возможно, еще одну серию, скорее всего, я в нее поиграю. Теперь мы хотя бы будем знать, что здесь все рандомно, и что где-то можем что-то найти, а где-то не найти. Мы знаем включить аккумуляторы, мы знаем, как открыть ключом замок. Мы не знаем, как открыть большую дверь. Мы не знаем, как открыть другую дверь. Надеюсь, в следующей серии мы об этом узнаем. Ссылка на какой-нибудь плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.